В Афганистане ЦРУ нелегально торгует изумрудами. Но теперь начнется. Боюсь, что наше руководство не пропустит эту статью мимо глаз. Так или иначе, когда начнется расследование, ничто не должно связать эти камни со мной. Ничто не может связать вас с ними, кроме Джейн. Именно. Нужно устранить проблему. Ты знаешь, что делать. Да, сэр. Подъем, парни. У нас есть работа. Мы должны поехать в Кабул. Подробности расскажу по дороге. Дело очень срочное. Когда доставили? Буквально час назад. Свежий номер. Прыгайте! В общем, вот так вот. Удачно мы зашли в фотоателье. Да, Ань? Митик, сними уже эту бороду. Смотреть на тебя невозможно. Я думаю, тебе нравится. Нет. Ладно, у вас какие новости? Мы установили слежку за кривым, который тебя в Лакшар в отель направил. Мишка его немного прижал, и он нас вывел на одного архаровца. Судя по погонам, майор, мы сейчас едем к нему домой. Сигаев там его караулит. Собственно, мы уже приехали. Вон окно твоего приятеля. А. Не видно ничего. Патруль! Что там с нашим клиентом? С соседом парой слов перекинулся, зашел и больше не отвечу. Ну, значит, сидим, ждем. Спасибо. Сегодняшний. Агент ЦРУ поймана на нелегальной торговле изумрудами.
товарищ генерал-лейтенант. Все это очень странно. Я не знаю, кому мне верить. Ваш человек, Кротов, бегает от моих людей. Ведет какую-то свою игру. Скажите, что мне делать? Кому верить? Смотри, и про тебя есть. Да. Пожалуйста, не надо, Жень. Я всегда был тебе верен. Я умоляю. Успокойся, не трясись. Убери тело, потом зачистишь Юсупа, собери вещи и ко мне. Ты вроде что-то собирался? Да. Да, я все сделал, как ты скажешь. Ну, все. Заработай. Жаль портрет. Девочка-то постаралась. Вот зараза. Ну что, мой дорогой маджахедский друг, это у нас с тобой два контакта. Крути. Не надо, ребята. Уберите, не надо. Вы что, пожалуйста. Один у нас пойдет вот сюда. Куда? Вот сюда, сюда, сюда. А второй контакт у нас пойдет. Нет. Вот. Вот сюда. Куда, куда? Вон туда. Нет, нет, нет! Тихо! Узнал меня? Где Джейн? Бавр, это ты? Да, это я, Джейн. Заходи. Джейн, да! Руки, чтобы я видел, сука, руки! Встань оба! К стене! Привет, сестренка. Заткнись. Ты раскрыта как агент, Джейн. У тебя есть один выход. Ты должна обо всем честно рассказать КГБ. А ты думаешь, ты сможешь вернуться в свою страну? Отпечатки на радиоприемнике, фотографии у связного ЦРУ. А сколького ты еще не знаешь? Ты предатель. А КГБ с такими не церемонится. Но мы можем все решить. Нас, конечно, многовато. На Земле еще есть места, где может затеряться 5 человек. И двое из них, в конце концов, могут быть счастливы. Я и так собиралась уходить после этой операции. И финансово я к этому готова. Моих денег хватит на всех. Не ведись, Митяй. На пол всех! Thank you.
от Бэйнса Флаерти. Поехали. В госпиталь давай. Этого в Распалагу разведбата. Может, тоже в госпиталь? Да непонятно, что здесь произошло. Особисты душу вынут из него за это. Пока сами не разберемся. Его здесь не было, понятно? Понял. Остаешься за старшего. В случае чего? Есть. Дурочку валяет. В разведбат. Где мой сын? Да он со мной. Он тревожно спал, я его взяла к себе. Все хорошо. Думала, украли. Ты успокойся, но никто его не украдет. После того, как Миша ушел, он единственное, что у меня осталось. Ты и он. Я не переживу, если вас потеряю, мам. Детонька, все хорошо, успокойся. Ложись спать. Срочно нужен лед. Невальный метнулся за льдом. Услышали взрывы, выстрелы, рванули туда. Рвота была? Нет. Потеря сознания? Она была с девчонкой со своей. Зовут Савелий. А голова сейчас кружится? Ушли, значит. Кто ушел? Как зовут тебя, помнишь? Их надо найти срочно. Их могут убить. Кого их? Я сам пойду! Ребят, помогите кто-нибудь! Не бузи, Кэп! Да мне надо! Не бузи, Кэп! Хорошо. А какой сегодня день? Господи, вы нахрен! Мой пациент, а? Кэп! Так, назепам я ему поставлю.
Выйди в метро, буду принимать по схеме. Коль, да отдыхай! Отдыхай! Руку ему пережмите! Нет! Я тебя могла убить в любой момент. Ты этого еще не поняла? Ты послала Рашида нас убить. Фак! Это твой парень пришел ко мне, чтобы меня убить. Он хотел поговорить. Это вообще не важно. Парни из ЦРУ хотят убить всех. И меня тоже. И хочешь ты или нет, мы с тобой в одной лодке. Мы граждане США, а значит, мы шпионы. И нас могут расстрелять без суда и следствия. Нам надо выбраться из Кабула. Я предлагаю тебе сделку. Ты сделаешь репортаж о моей смерти и разместишь его в СМИ по своим каналам. А я, в свою очередь, помогу тебе отсюда выбраться. Митя где? Он жив. Я хочу его видеть. Это самоубийство. Я с ним свяжусь. Но позже. Я тебе обещаю. Мы должны научиться друг другу доверять. В конце концов, я тебе жизнь спасла. Здравия желаю, товарищ Лукьян! Да вы вместе, без тебя тошно. Здравия желаю, товарищ Лукьянов. Докладывай. Судя по оставшимся вещам, в доме жила женщина. Возможно, две. Потом пришли эти. Случилась перестрелка. Женщины пропали. Предположительно, похищены. Убитые кто? Наемники. Вот только на кого работали, МИ-6, ЦРУ, непонятно. Выжившие есть? Да, один. В крайне тяжелом состоянии. Отправили в госпиталь. Тоже из этих? Нет. Он из ХАДа. Майор Бавар Хашими. Правда, был в гражданской одежде. Возможно, работал под прикрытием. А может и нет. Значит так. Мы с Игониным едем к Хадовцу, допросим его хорошенько. А ты подготовь доклад, обличающий Савельевых в шпионаже и работе на ЦРУ. Что-то не так? Нет, все нормально. Используй все. Угу. Абсолютно все факты. У меня самолет через 5 часов, значит, у тебя 4,5. Выполняй. Есть.
Что с ним? Медикаментозный сон. Разбудить. Это слишком опасно. Он недавно после операции. Я вам приказываю немедленно его разбудить. И речь идет о безопасности страны. Хотя бы еще час. Плохо слышите, полковник? Тогда я снимаю с себя всякую ответственность. Я беру ее на себя. Все равно придется подождать, пока лекарства начнут действовать. Минуты три. Ну, минуты три у нас есть. Сказали, будем ждать. Может, тоже изумруд найдем, как криминалист. Откуда? Пянч на Рангушт. Где изумруд, там Рашид? Где Рашид, там Джейн. Немного подлечишься и поедешь в тюрьму. И тебя там будут пытать и мучить твои же братья-афганцы. Ты будешь мечтать о смерти, но ее не будет. Будет ад. Я только помогал им устроиться. Подыскал дом. Я не знал, чем они занимаются. Она попросила меня помочь ей выбраться из города. Документы, транспорт. Давай. Когда я шел от нее, на меня накинули мешок. Меня хотели пытать. И меня заставили обратно везти к ней. Кто она? От кого ты шел? Кто пытал? Савельев. Дмитрий. Ты уверен? Я узнал его. Откуда ты его знаешь? От нее. Джейн. Она не может выбраться из Кабула. Мы должны были... Пакистан! Вот и вся ваша ответственность! Отойдите! Остановка! Отсутствие сердцебиения и дыхания! Давайте вентиляцию! Карбонат натрия! Разряд! Что они хотели сделать в Пакистане? Найдем американку и узнаем. Нужно, чтобы проверить все юлёшки, перетряхнуть рынки, базарчики, автовокзал, все. Она должна быть в Кабуле. Начнем с рынка. Поднимай свою агентуру. Есть.
Рассказывай. Миндай. Машину на сервис притащили. Там было две белые женщины. Похоже на тех, кого вы искали. Ну, вот и хорош, госпиталь, поехали. Такое торопиться, там такая поломка. Никуда не денутся. Плохо ты их знаешь, бача. Давай за подмогой. Мы туда. Они там, во дворе. Оружие на землю! Руки за голову! Ты сволочь. Здравствуй. Ты вовремя. Надо ехать. Скоро здесь будут его люди. Нет. Она много видела? Я сказала нет. Она мне нужна. Ну, как знаешь. Не убывай! Машину обе. Не бойся. Я смогу тебя защитить. Пойдем. Откуда он у тебя? Человек один дал. Рашид? Ты знаешь Рашида? Очень хорошо знаю. Идем, идем. У меня еще есть. Дверь закрой. Ошиблись. Молись, сейчас ты умрешь. Это мой писарь. Он свидетель. Так тоже, товарищ майор. Чихабарыч. Что происходит? Смотри, какие камни он мне принес. А скажи, пойду кади. Бау Рашид. Ему Рашид дал. Он в Кабуле? Нет, но я знаю, где он. Они засели в горах, и, возможно, у него моя девушка. Опусти пистолет. Я уверен, что он не из банды Рашида. Я его знаю.
Здравия желаю, товарищ Лукьянов. Открывай шлагбаум быстрее. Поднимай шлагбаум. Важная шишка. Член ЦК. Это было лишнее. Береженого Бог бережет. Девушка у меня была. Гуляли. Я ее любил очень, хотел в союз вести, жениться. И она меня любила, называла даже Аллахдат. Ну, это, что я ей Аллахом дан. Ее украли люди Рашида, сказали, плати Колым. Я не знал, что делать, понимаешь? Я ходил сам не свой. Тут такой случай, пожар, и я... Только духи меня накололи. Деньги взяли, Гуляли не отдали. Убили ее, понимаешь? Убили! Они ее сразу убили. Я не знал. Хозяин лавки – это ее отец? Да. Понятно. Рашид работает на одну американку, которую похитил мою девушку. Где они точно, я не знаю. Знаю только примерно район. Эта американка собиралась перебраться через границу с Пакистаном. И Рашид, видимо, ей будет в этом помогать. Те камни, которые ты принес, они из рудника Пянь-Шарангушт. Это на границе с Пакистаном. За этот рудник Рашид с черными аистами постоянно воюет. Сейчас он принадлежит ему. Я помогу тебе. Поеду с тобой. Нет. Ты один все равно не справишься. У Рашида полсотни человек в банде. Мне тогда какая разница, один или вдвоем? Я хочу с ним договориться. Я тоже с ним пытался договориться. Мы можем не вернуться, ты понимаешь? Мне все равно. Я должен отомстить за Гульяри. Хорошо. Адар, имею отец, Рашиду, он тоже ищет Рашида. Рашид, человек Рашида украл его девушку. Я бы хотел пойти с вами, но я старый, да еще и хромой. Буду вам только обузой. Но думаю, это сможет вам помочь. Аня, оставь нас на секундочку. Спасибо, что подсветил агентов, которых мне разрешили сдать КГБ. Это неплохо отразилось на моей карьере. После того, как разоблачишь шпиона масштаба Савельева, я думаю, твои дела будут еще лучше. Кстати, как он? Считай, вырванная страница. Не жаль друга? Он сделал свой выбор, я свой. Хорошо. В общем, спасибо, как это у вас, за многолетнее плодотворное сотрудничество. Твоя информация всегда была для нас очень ценной. Ну, а как ты? Ты разрешил засветить себя? Залегу на дно на какое-то время, так что действуй сам, тебе все карты в руки. Я свяжусь с тобой позже, или свяжется мой человек. А что, центр? Ваш центр? Может, сведешь меня с кем, чтобы я мог... Я сказала, я свяжусь с тобой. Хорошо. Она много знает. Я позабочусь, чтобы она исчезла, когда сделает свою работу.
Не оборачивайся. Салом. Привет. Пьянч на Рангушт отвезешь? Хотите умереть? Прыгните лучше с моста. Дешевле и проще. Я лучше по городу покатаюсь. Хотя бы в тот район. Нас 7 братьев, понимаешь? И все младше меня. Кто их будет кормить, если что? Ну, это только в один конец. И оплата вперед. Мам, кушай регулярно. Как твое давление? На Владимира Дмитриевича Цинькова сходи. Сходи. Перезвоню, мам. Нормально все. Что случилось? Дай. Давай скорую, срочно. Воды дай. Что с рукой? Да, царапина, ерунда. Толя Игонин. Что? Погиб Толя. Там мы американку отыскали, Джейн. Там один агент автосервис на Миндае подсветил. Мы туда, а там засада. Завязалась перестрелка и... Кто? Вы их видели? Да как тебя? Джейн. Савельев младший. И девка его. Вот так-то. Я еле ноги унес. Всю обойму отстрелял. Вызвал. Хорошо, объявляю общую тревогу. Вам в госпиталь. Хорошо. Да не надо мне в госпиталь. Я кровь остановил. В Москве подлатают, но самолет уж скоро. Ты доклад-то написал? Да. Товарищ полковник, разрешите доложить. Что у вас? На меня сегодня напали. Я знаю, знаю. Так вот, это он. Вы уверены? Еще бы. Выскочил как дух. Но я его хорошо разглядел. Мы в районе Минды, и на вас напали в районе теплого стана. Далековато отсюда. Говорю, он. Спасибо, свобода. Что ж, он по воздуху, что ли, летает? Ничего не складывается. Переройте здесь все. И подробный отчет мне. Если что-то срочное, сразу докладывайте. Я в военный госпиталь. Есть. Ответь мне. Не молчи, ну пожалуйста. Давай поговорим. Чего тебе надо? Зоя, ты мне очень нужна. Это твой ребенок? Да. Но его мать я не люблю. Я хочу быть только с тобой.
тобой, Зой. Я только тебя люблю, Зойка. Она тебя родила. Значит, дело во мне. Я не смогу тебя родить. Это ничего. Сейчас только сироток мы... Ну, сыновим. На вот сделаем счастливыми или там... Двух. Как скажешь, Зоя. Возвращайся скорее. Да, очень. Спасибо. Вырубай. Доча, это я. Была на рынке, послушала, что люди говорят. Оказывается, в тот день, когда этот твой ребенка украл, мятежники готовили большую диверсию в нашем районе. Советы вовремя узнали и устроили зачистку. Я вот и подумала, а может, мне ребенка он хотел украсть? Может, он нас спасал, а? Ну, чтобы мы уехали, опасный район покинули. Да, может быть. Но он же тогда говорил, чтобы мы вместе уходили. То есть, соответственно, и ты, и я. Ну, значит, не только ребенок для него важен. Конечно. Подожди, но перед этим он говорил, что я ему не нужна. Я, видимо, неправильно поняла. Ну, может, ты и правда не так его поняла. Я ведь с твоим отцом сколько лет прожила, а так до конца его и не научилась понимать. Молчать научилась. Мам, мне нужно с ним поговорить. Побудь бы к тебе, Яром, хорошо? Поговори, поговори. Да. Хуже не будет. Майор Бавр умер? Как? Я предупреждал товарища Лукьянова. Нельзя так резко после операции вздручивать организм. Слишком опасно. Столько ранений, сильная контузия. Но он стоял на своем. Мы делали все, что могли. Я понял, товарищ полковник. Спасибо, вы свободны. Янов предатель. И это все подстава. Ваш Дмитрий напал на офицера. Убил Игонина. Ранил Лукьянова. А потом вместе с Добровольской и Флаерти ушли. Откуда эта информация? От Лукьянова. Ну вот. Но он действительно ранен. А Толя убит. Хотя... по времени не сходится. Теплый стан от Минды слишком далеко. Ну вот видишь. На мотоцикле можно. Переулками. Хотя там тоже заторы нереально. Лукьянов серьезно ранен? Сквозное, в мягкие ткани. Рану обработали, он сразу улетел. А почему ж Митя и Джин его сразу не убили, как Игонина? Почему дали уйти? Один из них точно отличный стрелок, уж я-то знаю. Но он действительно отстреливался. Еле ушел. Там был бой. Бой? С табельным ПМом? Ты шутишь? Проверим. Нечего здесь проверять. Ты сам говоришь, ничего не сходится. Лукьянов убирает свидетелей. После его показаний Митьку обязательно застрелят при задержании как особо опасного, как врага. А если он действительно враг? Какой же он враг? Это подстава. Ты попробуй понять, кому это выгодно и зачем. И проверь. Проверю. И меня проверь. Насчет Джейн и Лаоса.
где мы впервые с ней столкнулись.